В воинской части 55-17 в Уральске молодежь возложила цветы к фотографиям военнослужащих Сапара Дусбула, Даниэля Майлыбаева и Берикжана Калиева. Они останутся примером воинской чести, патриотизма и мужества, отмечают молодые люди. По словам горожан, террористам не удалось запугать казахстанцев и посеять рознь в обществе. Как и прежде, сила страны в единстве народа. От этого, конечно, тяжелее, то, что мы в мирное время потеряли наших товарищей. Вот мы их помним, чтим, память о них будет вечна. От лица всего командования, всего личного состава хотел бы выразить слова соболезнования семьям погибших. Молодежь при Урале вместе со всей страной скорбит о погибших. Мы хотим сказать, что мы вместе с актюбинцами, мы их не оставим в их беде одних.